Салтанат Абдуллина состоит на учете как онкобольная с октября прошлого года. У нее рак молочной железы. В течение 3 месяцев она проходит курс химиотерапии в онкологической больнице Актобе. Но, как утверждает женщина, проблемы с обеспечением лекарственными препаратами начались еще в ноябре. У врачей не было прописанного ей герцептина. Салтанат предложили альтернативные препараты или подождать, пока герцептин доставят в больницу. Позже необходимый препарат все-таки предоставили. Но в январе вновь пациентке предложили альтернативные лекарства. Они мне сказали: Салтанат, лекарств нет. Потом я пошла к заведующему химиотерапии Старченко Юрию Анатольевичу. Он мне тоже развел руками, хотя я понимаю, да, их вины, если честно, так, ну, как бы по большому счету нет. Это идет, должно быть, составляться, бюджет грамотно должен составляться. И он мне сказал тоже: препаратов нет. Тогда я пошла к Уразалину. Ну, я же говорю, октябрь, ноябрь, декабрь мне еще как-то находили лекарства. В январе я тоже получила свой герцептин, в принципе, я получила. Но химию, которая основную, которую я должна получить, я сейчас не получила. Хотя у меня по международным стандартам лечение должно проходить через каждый 21 день. А получается, у меня 21 день прошел уже 16 числа. Сегодня у меня 19, у меня уже 25 день идет. Заявление главы департамента комитета фармации по Актюбинской области Рената Кубатаева о том, что область в ближайшие дни будет обеспечена лекарствами для онкобольных, Салтанат Абдуллина считает сомнительным. Но когда товарищ Кубатаев во всеуслышание заявил, отчитался, что у нас есть препараты, я уже не выдержала и приехала сюда. Я считаю, что это неправильно. Почему он так заявляет? Если ты обеспечил, то если ты говоришь о том, что обеспечил, то обеспечивай. Наша болезнь, она не может ждать, она не будет, она у нас прогрессирует. Как рассказали в областной онкологической больнице, пациентка Абдуллина получает все необходимые препараты для химиотерапии. Ей была предложена альтернативная схема лечения, ничем не уступающая результативностью основной, но она отказалась, и ей продолжили прежний курс химиотерапии. 19 января она к нам поступила. Вот. Ей была предложена просто альтернативная схема в связи с графиком поставок препарата, которую мы ожидали на следующей неделе, то есть этой неделе. Вот. Она отказалась от альтернативной схемы. И сегодня вот поступил ее препарат, который она настаивала применить. Мы будем ей применять. А все остальные препараты, герцептин, паклитаксел, все это она получает в полном объеме. О том, что недостатка в препаратах для химиотерапии нет, утверждают и врачи областной онкологической больницы. В прошлом году на лечение онкобольных было выделено 1 миллиард 54 миллиона тенге. 80% этой суммы приходится на химиопрепараты. Все деньги освоены. В прошлом году от рака в нашей области погибло 593 человека. Отмечается снижение смертности, но повышение заболеваемости. Как говорят врачи, причина – увеличение выявляемости на ранних стадиях в ходе скрининга. Так, в 2016 было выявлено 1448 случаев заболевания, а в прошлом году 1600. На первом месте рак легких, второе и третье делят рак желудка и молочной железы. Антон Пережогин, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».